Улица 20-летия ВЛКСМ. Тихий центр города. Буквально каждый дом здесь помнит Воронеж дореволюционный. Впрочем, состояние этих памятников нашего прошлого плачевное. Дом номер 37. Ковчег. Построен во второй половине 19-го столетия. С 1867 года здесь размещалась подготовительная школа известного русского педагога Николая Бунакова. Сразу после Октябрьской революции жильцом дома был председатель губернского комитета партии большевиков Николай Кардашов. Об этих людях напоминают таблички на фасаде. А в остальном здание совершенно не выглядит как памятник истории. Сыпятся фундаменты, штукатурка, следы запустения повсюду. Довершает картину заросший бурьяном газон перед фасадом. Напротив, еще один объект культурного и исторического наследия. Дома номер 40 и 40А. Построены в начале 20 века купцом Варфоломеем Сноповым для сдачи жилья в наем. Видимо, только вековой возраст и стал причиной включения зданий в реестр памятников. Ничем иным примечательным эти дома похвастаться не могут. А современный облик этих некогда красивых строений никак не выдает их ценности для города. Внутри, говорят жильцы, все еще печальней. У нас все разваливается, трубы гнилые, крыша течет. Если бы он был памятником, тогда делайте такую работу, чтобы он был памятником. Вот как в Рамоне делают сейчас памятник принцессы, вот сделайте нам такой тогда, облагородьте его. Я вот собирала по кирпичику хотя бы для своих 4 окон, у меня полуподвал. Я сделала хоть чуть-чуть, заштукатурила, сделала немножко. Никто ничем не хочет, никто заниматься абсолютно. Но если памятник, ну сами понимаете, ребят, если это памятник. Он должен служить памятником, сюда должны приходить на экскурсии. Есть на улице 20-летия ВЛКСМ еще один яркий пример странного отношения воронежцев к своей истории. Дом номер 35, дом братьев Гривцовых. Некогда его фасад украшали полуколонны с коринфскими капителями и барельефы. Но в 2011 году памятник культуры практически снесли. Впрочем, скоро выяснилось, что это была реставрация. Современные коммерсанты от архитектуры исторический вид дома практически уничтожили, пощадив лишь барельефы. И теперь новодел, выдаваемый за наше культурное наследие, который месяц украшает табличка «Аренда» с номером телефона.